кажется, вечером. Да, да, все пойдут на лыжи. Все пойдут слушать. Руки вверх, держи. Вот мы тут ходим. Может, мне вообще не ремонт. Мы, короче, снимаем толпы населения. Зачем мы пришли? Посмотреть на огромное количество людей. Вот мы отпустились на дно. Мы зажгли огни. А где вот тут неформальные певцы-то? Что-то вот. Ну, они, что-то, наверное, у них перерыв наесть, на поесть. Ну, реально. Вот это они, только они в перерыве. Как будто в мире животных. На вселенной только мы одни. Мы на дно опустились. Вот люди рекламируют. Возьми, давай возьмем. Надо помогать людям зарабатывать денежки. Больше черепа. Быстрее раздаст, быстрее домой пойдем. Хороший молодой человек. Я надеюсь, хоть ему что-то заплатит. Там какая-то туса. Там, значит, что-то кто-то поет. Ну, не факт. Вот товарищ полицейский гуляет. И серьезно? Ну, они по трое гуляют. Вот одна девушка впереди. Патрули. Втроем не страшно. Ну, да, видимо, обстановочку сканируют. Да, мало ли. Велики. Да. Тут вообще вот это. Ну вот, мы практически на стрит пришли. Илья захотел у кого-то купить там велик, уже приволок его домой. Ну ладно. Еще не расплатился за него, но... Уже принес. Уже принес. Чтобы не отобрали, наверное. Ну, чтобы решимость, так сказать. Причем велик у него прям такой мощненький, даже шины. О, Хаммер называется. Хаммер. Как машина прямо. Хаммер. Тяжелый, мне кажется, горный. Классно. Дорогой небось? Наверное. В общем, тут что-то никто не...